Блять, что за хуй? Девчонки, много смеха и ноль информации. Что вы говорите? Мне перенюха. А, и сколько тебе исполнилось? 13? А, я угадал почти. Ом, привет. Как дела? А почему ты такая молчаливая? Почему ты жирная? Слушай, а ты сможешь показать имя Хуан пальцами? Имя Хуан. Бля, вот это мне весело. Ну давай постарайся что-нибудь покажи, расскажи о своей жизни вот руками. Какая у тебя жизнь, где ты живешь вообще? Ну, пальцами покажи что-нибудь. Например, вот, это я, привет, там, на-на-на-на-на. Я иду там куда-то вон, гуляю. Ой, здорово, ты что там делаешь? Поклоняешься богам рэпа или что? Слушай, там, по-моему, хранится сердце или что-то такое. Спермиты? Спермиты. На тюрьме, блядь, пацан. О, еще один. Ты шок. Я что-то смотрю. Ой, чувак хоть не дрочит, говорит. Что, рот вытирал? Да, вытирал рот. Ага, именно так. Слушай, ты нас что не спалил, кстати? А ты что, палочками дрочишь? Ну это, кстати, как вариант, да, действительно. Если пенис очень маленький, то ему надо его все-таки палочками именно подхватывать. А ты макаешь его в соус какой-нибудь, там что-то как-то смачиваешь? Черный экран смерти. Маляющий. Чувак без крыши. Не, нормально. Все хорошо, кстати, вот чуть-чуть поправь, чуть-чуть. Вот, да. Самый так раз. Хорошо, отлично, все, теперь все телочки твои, поверь. А ты что, бороду отращиваешь? Воу, нифига себе. Ты как будто слушай. Споткнулся и в мазу упал. Просто так. А у нас, смотри, какие обои потрясающие, розовые. Они аккуратненько так... Это под старину, видишь, вот такие есть зазоры большие, вот как бы типа они отлепляются. Это мы состаривали. А ты откуда? Я из Санкт-Петербурга. Ух ты, культурная столица, замечательная. Привет из Москвы. Интересно. А чем ты занимаешься в жизни? Класс. А на кого? Юридически, ух ты. А я в коллегии адвокатов работаю, представляешь? Классно. Угу. И еще на Но я просто не знаю, понятно. А какие у тебя есть какие-то хобби интересные? Как ты вообще справляешь досуг свой? Ты заходишь в чат и... Нет, я просто не болела, поэтому не помогаю. Я с датчика ходила, называла по моменту, но в один день классе я, Вот. Чем ты занималась? Танцами? Я просто танцевала фламенко. А ты вот носила такую одежду, да, тоже красиво развивающуюся, ну, как? Там платье, да, с фламенко. И у тебя остались они? Нет, я продала. Как меркантильно. Почему? У нас не просто. Понятно. А мы тут вот стараемся шутить, прикалываться, но как-то не получается. Да, я тут не очень не говорю.
Да, у нас плохая довольно-таки погода в Москве, отвратительная. Я думаю, в Питере то же самое. Да, серое небо. Вот пытаемся как-то улучшить настроение себе и окружающим. Вот. Ну, у тебя, кстати, замечательное настроение. Или ты всегда так позитивный? Да? Да. А? Я всегда понятно. Чего он такой темный-то? А, подожди. Купи себе подожди. Лампу. Ты в контражуре, сзади свет, источник света, и ты являешься как бы темным объектом, тебя не видно абсолютно. Но я думаю, это для тебя большой плюс, потому что не видно всех недостатков там и так далее. Не паришься абсолютно, да? Моя твоя не понимаю. А что там за рука говорящая, скажи, пожалуйста. А, слушай, это... Или это ты говоришь ртом? О, да, ребята, у вас там холодильник или что? Или это дверь белая в рай? Это хроники. Слушай, он что-то пытается нам показать, смотри. Чувак, а мы видим то, что ты показываешь факт себе, потому что мы видим 2D, понимаешь? Мы можем тебе показать привет. Да. Мы не такие агрессивные, как ты. Ты такой огр, просто огр. Сказочный огр лесной. Так что у тебя за говорящий там этот гномик или кто там? Лошара, говорю. А, это лошара? Так покажи его. Лошара, верно. Слышу, у него голос просто пиздец. Тебе надо шансон срочно петь, понимаешь? Пока не поздно, все хиты твои будут. Спей северу еще раз за централом. Да сейчас там дергнулся так. Слушай, а поставь удачно, более удачно камеру. Боже, сколько у вас там людей-то, а? Блатхада. Ребят, вы что, в общаге там находитесь, что ли? Никого не видно, я не понимаю. Выпрыгиваете из кадра. Ну, блядь, это так много ума, надо показать факт, но не показать свое лицо. Это просто, знаешь, настоящий мужской поступок, прям, знаешь. Если тебе 13 лет, то только факи можешь показывать. Ой, лысая голова какая-то, смотри, готовится к армии, наверное. А, привет! Слушай, а разговаривать умеешь? Да. О, это, ну, это рад, кстати. Судя по голосу, ты... не соотносишься с той картинкой, которую мы видим. Потому что мы видим такую девушку, которая скучает, которая заботится о своей красоте и так далее. А по голосу мы видим такую какую-то умную, читающую, взрослую девушку. А что у тебя на заднем плане? Контражу. Что это, блин? Это лаваш. Здравствуйте. Ебать, в балаклаве, нихуя себе. Это с зоны АТО, что ли ты, друг? Хай, Гитлер! Не, шуми. Пиши нормально, разговаривай. Не. Так он мешает, наверное, у него это. Это Шахерезада, открой личико. Ну, поверь, не положено. А, поверь, да. Это борода у тебя или что? Открой хотя бы рот, чтобы мы видели, где он. Давай, дрочи, мы ждем. Хочешь, мы тебе подарим Powerball? Будешь качать руки, эй, давай. Чувак, воу! Нихуя ты, попроще, молодец. Нихуя себе. Не, молодец, молодец. А ну давай еще что-нибудь. Нихуя Пиздец. Ты больной, дрочишь, наверное, заебись. Слышишь, по-моему, что-то такое нацистское. Славянское. А, или славянское. Помнишь. Что у тебя за майка? А что на майке-то? А, Хай Гитлер. А, да-да-да. А ты с Украины, что ли? На Плутоне. Правый сектор. Я бы тебе сосать дал бы. Правый? Ёбаный урод. Давай понял, суки. Отвлекает. Ой, извини, ёбаный козёл. Здравия желаю. Бля, как громко. Это ещё не громко. А тише говорите. Тебе сколько, 20? 15. Сколько, 15? 19, блядь!
Тебе 30. Пиздец, чувак, блядь, мне 30, посмотри, я выгляжу на 19. Тебе, блядь, 19, ты выглядишь на 30. На самом деле, мне 19. Слушай, а ты не пробовал? Ты не пробовал, кстати, на высшее поступить? Говорят, это помогает откосить от армии на некоторое время. А ты знаешь, говорят, помогает, я уже пробовал, и я забрал документы. Почему? Универ слишком глуп для тебя, наверное? Нет, я слишком ленив для него. Именно для этого универа. А что, у тебя в городе один универ, что ли? В Москве несколько универов. На самом деле их много. Я просто поступил не туда, куда хотел. Точнее, не туда, куда нужно. А что тебе мешало там проучиться годик, откосив от армии, а потом перевестись на другой универ? Так я страдал хуйней, и в итоге я просто не выпущен на сессию. Пиздец ты, долбоёб, зачем, зачем? Ну, значит, армия именно специально для тебя, я думаю. Не, ну, так-то, да, у меня должно что-то выучить. Хотя бы армия тогда уж возьмется за мой мозг. Всё нормально будет. Слушай, а кто тебя так дискредитировал? Мама тебя, что ли, воспитала таким ленивым? Почему ты такой ленивый? Я ленивый, потому что во мне развилось стадное чувство внезапно. Все нихуя не делают, и я нихуя не делаю. А все это кто? Подожди, все это кто? Вся группа, весь поток. И что, вся группа пойдет в армию, что ли? Даже девочки? Да, возможно. При том, что девочек у нас штуки 4 было. А, что, физмат какой-то, что ли? Или программирование? Ну да. Энергетический институт московский. Понятно, мы тоже из Москвы. И в каком институте учитесь? А мы не учимся, мы умеем. Я отслужил. Что ты отслужил? В сарае дома? Я общаюсь, ну, можно сказать так, с широким кругом людей все-таки. И мне достаточно этих людей. Ну, я думаю, в армии будет еще более широкий.